Всем привет, с вами Саша. Сейчас мы узнаем, что интересного произошло в мире. Вы слышали что-нибудь про нугис? Скажу сразу, это не новое название блюда во вкусные точка. Австралийский Макдональдс и бренд Так выпустят коллекцию обуви, вы не поверите, в стиле наггетсов. Но вы понимаете, да? Наггетсы плюс суги и получились нугисы. Создатели обещают в точности повторить текстуру наггетсов. Столь стильные тапки придут еще и в огромной упаковке из-под соуса. Сырного или чесночного – это нам еще предстоит узнать. Коллаб неожиданный, но кого не вдохновляют жареные кусочки курицы. В Казани испекли 45-метровый пирог с яблоками. Вы спросите, зачем? Просто казанские рестораторы пошли на очередной кулинарный рекорд. Пирог готовили 5 поваров на протяжении 6 часов, а по случаю рекорда организовали народные гуляния. Вот так казанцы сами себе устроили праздник. Поверьте, голодным не ушел никто. Если раньше люди заряжали воду перед телевизорами, то сейчас на поиски магического счастья идут в интернет. В Москве полиция задержала 5 онлайн-гадалок. Лжемаги уверяли клиентам в том, что у них серьезные проблемы, и предлагали приобрести для исцеления свечи и амулеты. Как вам труп летучей мыши? По-моему, прелесть. Что ж, чудо не произошло, и теперь серьезные проблемы уже у гадалок. На любовных приворотах и ритуалах на привлечение денег они заработали 500 000 000 рублей. Вот почему стоит подумать, прежде чем наводить порчу на бывшего. В городе Саянск жители пожаловались на лужи на дорогах и тротуарах. Тут в дело вступили инновации. Рабочие подошли к делу очень креативно, они просто взяли перфоратор и насверлили дыр. Так сказать, современные проблемы требуют современных решений. Представитель компании-подрядчика заявил, что теперь луж не будет. Что ж, тут даже и не поспоришь. Ставим ему лайк за находчивость. На этом все. Всем хорошего настроения. Еще увидимся.